Весь спектр исследований в одном месте. Обновленная клинико-диагностическая лаборатория открылась в Витебской городской клинической больнице номер 1. На ее модернизацию и техническое оснащение из бюджета направили 240 тысяч рублей. Лаборатория, которая раньше размещалась на двух участках, сейчас будет проводить все необходимые исследования, как плановые, так и экстренные, включая узкоспециальные. С приобретением нового оборудования у специалистов появилась возможность проводить гематологические и иммунохимические анализы, которые раньше выполнялись на базе других медицинских учреждений города. Гематологический анализатор пятидифовый, который позволяет полностью проводить гематологические исследования с полной дифференцировкой лейкоцитарной формулы. Иммунохимический анализатор современного уровня, который мы используем для определение кардиомаркеров у пациентов с острым коронарным синдромом, с инфарктом миокарда, что позволяет буквально в считанные минуты клиницистам подтвердить клинический диагноз. До сих пор биохимические исследования мы выполняли на базе центра коллективного пользования кардиодиспансера. Все оборудование в одном месте, что значительно облегчит работу персонала. Повысится и качество проводимых исследований. Лаборатория сможет выполнять заказы и других лечебных заведений. Лаборатория будет использоваться как тоже базовая, как коллективная. Она не будет работать только на учреждения. Здесь автоматически, конечно же, 5-я поликлиника, которая в этом году приступит работать по соседству, там лаборатории не будет, она будет пользоваться данной лабораторией. И будем, конечно же, рассматривать варианты где-то тоже аутсорсинга для того, чтобы данная услуга выполнялась, потому что специалистов у нас немного, это одно, профессионалов хороших. Использовать их труд и плюс, конечно же, дорогостоящее оборудование. Сегодня нет смысла его ставить в каждое лечебное учреждение. Вот современная клинико-диагностической лаборатории – это первый этап модернизации первой Витебской городской клинической больницы. Сейчас тут ведется реконструкция отделений анестезиологии и реанимации. До конца года обновят также кардиологическое отделение и приемный покой. Это лечебное учреждение оказывает услуги не только жителям города. Здесь лечение получают пациенты из всех районов области.